Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео посмотрим на обновление 13.2 в PUBG Battlegrounds. Одна из самых интересных новинок этого патча – это новое оружие из аэродропа. Это пистолет-пулемет P90. В аэродропе его можно будет найти сразу со всеми обвесами. Он будет полностью укомплектован и ничего с него снять нельзя будет. На нем будет установлен ЛЦУ, коллиматор с небольшим приближением и обойма на 50 патронов. Также обойма у него прозрачная и видно, как патроны уходят, когда вы стреляете. Калибр у него 5,7 мм, урон 35. Скорострельность 1000 выстрелов в секунду. Поиграл на тесте с этим оружием, оно мне в принципе понравилось. Очень интересный звук стрельбы, крайне тихая ппшка получилась. P90 стреляет гораздо дальше, чем остальные пистолеты-пулеметы. Ну и выглядит необычно, интересно и прикольно. Следующие новинки патча 13.2 это обновление Taiga. На эту карту добавят грузовичок, в который можно будет в багажник складывать свой лут. Это довольно-таки интересное нововведение и будет интересно посмотреть, как это будет работать, когда вы играете в пати. Также на Taiga будет новая граната «Синяя зона». Граната «Синяя зона» на 5 секунд создает круг «Синюю зону» радиусом до 10 метров. Ее полный размер сохраняется в течение 5 секунд. Затем она начинает сужаться и полностью исчезает через 5 секунд. Также на этой карте будет новая погода, закат и пасмурно. Также первая фаза синей зоны на Taiga будет двигаться быстрее, поскольку было очень скучно и печально. Эта фаза была сильно затянута, поэтому разработчики сделают ее быстрее. Общее время режима КБ с возвращением сокращено. Игроки могут вернуться на поле боя, когда начнется сужаться синяя зона второй фазы. Также в патче 13.2 добавят новый режим казуальный. Если вы новичок или устали от напряженных королевских битв, хотите просто немного расслабиться, встречайте казуальный режим, в котором вы сможете играть до 3 матчей в день, в одиночку или с командой. В этом режиме будет полным-полно ботов. Также в нем будет доступна всего лишь одна карта Эрангель. Как раз на экране вы видите этот режим, в котором все в принципе на тесте работает. Ботов полным-полно. И действительно можно зайти что-нибудь потренить, потестить какие-нибудь пушки или настройки. Конечно, полноценным выбором карт это не назовешь, но некоторым любителям карты Эрангель хотя бы 3 раза сыграть именно Эрангель, а не какую-то другую карту, это хоть что-то, лучше чем ничего. Единственное, что в этом режиме очень много ботов, и наверное это очень быстро надоест. Хотя новичкам потренироваться в самое оно. А если еще играть от первого лица, то будет гораздо интересней. Также в этом патче будет еще билет выжившего, который называется «Сумасшедшая ночка». Там очень много скинов, которые очень такие яркие, дискотечные. Посмотрел на этот билет выжившего, в принципе можно сказать, что он получше, чем последние, которые я видел. Но намного хуже, чем те, которые были раньше. Поскольку там было намного больше уровней, и уровни делились на бесплатные и платные. А здесь все идет в одну линию, скинов в разы меньше, нету заданий вызов на скины для оружия, как это было раньше. По сути, билет выжившего так себе. Для себя каких-то там интересных скинов я так и не нашел. Также обновили функцию вступить в команду, теперь друзья в PUBG могут присоединяться к команде без приглашений. Обновление крупнокалиберной винтовки «Рысь». Она была непопулярна, поскольку 5 патронов в обойме, которые нельзя нигде пополнить, нельзя перезарядить. Это, конечно, печально. И в следующем патче в обойме будет просто 10 патронов. Все то же самое, только патронов в 2 раза больше. Это уже интереснее, но все равно есть сомнения. Также добавлена возможность выбрать версию DirectX в настройках графики. Я пока на тесте увидел только 2 выбора. Просто DirectX 11 и DirectX 11 Enchanted. Вторая оптимизирована для повышения производительности за счет улучшения процесса рендеринга. Я их менял и ту, и другую, в принципе большой разницы сильно не заметил. На тестовом сервере большой пинг, может быть на основных серверах разница будет более заметна. А вот опцию DirectX 12 я так еще и не увидел на тесте. Возможно, ее завезут позже. Также будет повышена производительность, оптимизирована память, снижено количество проблем с кадровой частотой и задержками. Объекты дальше определенного расстояния, например, мебель и лестницы,
были улучшены, чтобы они выглядели корректно при прицеливании со средней и дальней дистанции. В принципе, посмотрев на графики производительности на тестовом сервере, вроде бы нагрузка на компьютер немножко стала меньше. Но каких-то там глобальных изменений я не заметил. На основном сервере нужно будет еще раз проверить эти настройки DirectX, поскольку на тесте я еще не все их увидел. Вот такой патч 13.2. В целом есть на что посмотреть. Единственное, что меня опечалил, билет выжившего. Показался он мне не особо интересным. Но это лучше, чем ничего. С вами был Варчик, орать красиво, всем пока.